Что-то я затеяла такую работу, такую темноту. Еще не темно. Еще на улице светло, и в квартире такой как бы полумрак. То есть тоже немножечко еще видно. Я хочу нарезать хлебушек на сухарики, потому что сегодня целый день не было света, а я храню хлеб в морозильной камере. Я боюсь, что... Ну, бояться мне как бы и нечего, но чтобы хлеб не пропал, потому что хлеб очень быстро, кстати, пропадает, если там заводится плесень, очень молниеносно просто, если он будет по влажной среде, а там как будто бы еще более-менее тепло в холодильнике, а среда уже будет влажная. Поэтому хлебушек нужно спасать, а сухарики будут стоять очень долго. Кстати, и полгода, мне, наверное, кажется, так никогда не... Ну, я думаю, что даже и года не будут стоять. Но мы их и так съедим по-быстрому. Для этого вначале нужно точить ножи, и вот таким образом ножики становятся острые, как лезвие, и режут как по маслу. Что я вам скажу? Значит, света не было сегодня целый день. И вот тот момент, когда мы говорим, что можно и нужно жить, как соблюдать здоровый образ жизни. Тут уж прямо, говорится, карты в руки. Особенно для тех, кто живет на 20-м, 23-м и выше этажах. Попробуйте побегать туда-сюда. Хотя бы один раз спуститься, а потом подняться. Это, конечно, довольно сложно не только старым людям и больным, но и молодым. Какое-то просто, можно сказать, издевательство. Теперь, когда нет света в квартирах, то не только в квартирах, а света нет и в магазинах, не работают кассовые аппараты. Естественно, кто хотел сегодня, кто не успел отовариться, и у кого даже там клевушка нету до сегодня, то он уже не купит и не пускает в магазин. Магазины закрыты. Тут такая ситуация, я вам скажу, что закупаешь продукты, ну, многие же закупают большое количество продуктов. У меня, допустим, не очень большое количество. Но все равно, если нет света сутки, двое, а если еще и трое, значит, те продукты, которые лежат в морозильной камере и в холодильнике, они потихонечку начинают портиться и в конце концов просто испортятся. То есть пропадают продукты. Все же ты за один раз не съешь, не съешь. Вот. Если ты купил что-то в магазине, но если не купил, так уже и будет. То вообще уже... то уже я не знаю, что, если нечего поесть. Ну вот сухари надо как-то обязательно сделать. Какое-то печенье, печенюшки какие-то покупать, какие-то бублики. Ну что-то такое, что... А, консервы. Кстати, выметали, вот я заметила, выметали консервы. Ну да, как говорится, такие вот сухие пайки, чтобы были в квартире, чтобы можно было перекусить. Ну было бы главное, чтобы еще была вода. Тут такая еще ситуация, что ты имеешь продукты в запасе, да, есть чего приготовить, но не на чем. Электроплиты не на чем готовить, абсолютно не на чем. То есть просто зря потратил деньги, и на это все заканчивается. Значит, ничего хорошего абсолютно нет. Ничего веселого абсолютно нет. Вот обратите внимание, этот хлеб, он такой еще примороженный. То есть так вот, если был бы тупой нож, не разрежешь. Так вот, затачивающие ножи вот таким образом. И будет, он будет резать как по маслу, видите? А так бы я его никак не разрез. Ну, в общем, такие невеселые дела у нас. Такая невеселая жизнь. И куда мы идем, и что будет дальше, наверное, никто не знает. В общем, сделаю я сухарики. Если появится свет, то я подсушу их в духовке. Даже сухари подсушить, на улице же уже прохладно, сырость, влажно, тоже такая пасмурная еще погода поганая. То есть так они, что такое? А вы знаете, о, свет! Свет! Да, ну что, ну что, свет появился, да, появился свет, это класс. Да, появился свет. Ну вот, вот оно, свет. Значит, его не было, песока же не было. Сейчас 5 часов вечера. 5 часов вечера. Ну вот, в общем, спасибо. Спасибо, что появился свет. Я такая рада. Я тебе... Ой, сейчас буду разогревать борщик себе. Все, пока-пока. Пока-пока. До встречи, мои хорошие. Это радость большая.